Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Тему я сегодня придумала удивительную. Возможности вокруг нас. Каждый может сформулировать ее по-своему в зависимости от того, что вам необходимо. Условно говоря, я легко вижу возможности, которые встречаются в моей жизни и приносят мне то-то, то-то, то-то. Да? Каждый из вас, я думаю, сейчас о чем-то материальном подумает, но эту тему можно использовать даже для любви. Помните, в настоящем времени без отрицательных частиц мы формулируем. И добавьте обязательно свои чувства и эмоции, потому что именно они притягивают результаты. Конечно же, благодарность. Благодарность – это великий множитель. Заводите таймер на 2 минуты и пишите первое, что приходит вам в голову, думая о вашей теме. Таким самым образом мы разогреваем наши нейроны. Ну а мы тем временем начинаем. Рисунок сегодня будет следующий, это спираль. Я в прошлом видео очень подробно рассказала о всех четырех типах спиралей. Вот, и мне кажется, что возможности вокруг нас это безумно интересно, потому что мы действительно живем просто в невероятном поле возможностей, но не все могут их поймать, увидеть, а если даже увидели, то не все их всегда используют. Вот, и что мы делаем? Мы начинаем с вами собирать спираль. Спираль у нас будет на концентрацию воли, концентрация наших сил. Собираем ее снаружи в центр по часовой стрелке. Вот такая спиралька у меня получилась. И самое главное, когда работаете со спиралью, вот у кого-то сейчас может волнение пойти, как будто вы, знаете, как о чем-то мечтали, и вот оно пришло. И теперь я начинаю эту спираль нейрографировать. Главное, не перепутайте, снаружи мы ее собираем по часовой стрелке в центр, в единую точку, где количество витков у нас определяет количество энергии. Мне вот этой энергии, если честно, я думаю, что достаточно, потому что уже мандраж, уже волнение, это очень классно. То есть чем больше витков, тем больше энергии. И, конечно же, чем больше линий, тем лучше результат. Можно наделять каждый виток своим смыслом, некий этап развития. Мое желание, мое, я делюсь с вами своими личными эмоциями, да, и впечатлениями. Я вижу возможности вокруг, использую их, и они приносят мне 100 тысяч подписчиков. Вы знаете все, что я очень хочу свою серебряную кнопку YouTube. Ее дают за 100 тысяч подписчиков. И по сути я здесь даже вижу возможности, вижу актуальные темы. Потому что мир меняется, тем очень много, а люди становятся намного более духовными, намного более заинтересованными и стараются разбираться во всех деталях, которые во всех тех аспектах, которые сейчас происходят. Да, мир меняется, он уже не будет прежним. И если вы хотите изменить мир, нужно начинать с себя. Я сейчас начинаю округлять все пересечения, а сама себе проговариваю, что я нахожу все более актуальные темы для своих видео, для своего канала. Темы, которые помогают людям изменить их жизнь, сделать ее лучше. Я за свободное распространение информации, я за доступность знаний. Если бы люди знали все в этом мире, они были бы все, что может улучшить их жизнь, они были бы счастливее. Я не знаю, почему я взяла синий цвет. Я часто вам говорю, что синий для меня
некий символ чистоты, чистых добрых намерений, можно так сказать. Да, я желаю, чтобы жизнь людей изменилась в лучшую сторону. И я знаю, что со мной желания исполняются. Я вижу это по вашим отзывам. Да что там только по отзывам, я вижу это по своей семье. И вот посмотрите, как вы себя сейчас ощущаете. Обращайте внимание, да, графика важна, но обращайте внимание на свои эмоции, на то, как реагирует ваше тело. Это все безумно удивительно, и если я была, когда начинала, включала только камеру, была на каком-то таком расслабоне, то сейчас все мои мысли только об этом, и у меня уже даже сейчас появляются какие-то идеи, что сделать, куда бежать. Главное, чтобы хватало на все это земного времени. Округляем пересечение. Чувствуйте, как собираете эту энергию из безграничной вселенной, из космоса и концентрируете на себе. Это очень удивительно. У кого появились гениальные идеи, кто хочет их записать, как-то зафиксировать, не волнуйтесь, они от вас не уйдут, а прерываться лучше не надо, да, по крайней мере, до того, как все не округлите. Мне нравится сразу округлять, вы это знаете. И со мной всегда быстро все без воды. Так, что мы делаем дальше? Здесь у меня спираль как самодостаточная работа, и все равно мы обязаны, хотим мы того или нет, вывести ее в социум. И вот именно в социум я и проведу свою спираль. И наблюдайте, как меняется ваше ощущение. Нейрографическая линия, она бионичная, идет туда, куда мы не ожидаем, где мы не ожидаем ее увидеть. Попробуйте поймать, когда вы сейчас вот сконцентрировались, внутреннюю какую-то тишину. Может быть, какая-то часть линии у вас пойдет из центра спирали. Линия идет, может начинаться где угодно и идет туда, где мы не ожидаем ее увидеть. Но при всем при этом вы управляете линией. Линии ведем с небольшим сопротивлением. А мне вот интересно, еще чуть-чуть, и у меня будет 10 тысяч подписчиков. Интересно, как скоро я их получу. Здесь, конечно же, если кому-то интересно, всегда можно сделать это с точки зрения некоего золотого сечения. И разбить на временные промежутки или на этапы. Но я сейчас так делать не готова. Наблюдайте, что меняется. Что про себя могу сказать? Существует бесчисленное количество знаний. Конечно, самые популярные видео на YouTube, наверное, невероятно крутые интервью, да. Но я не журналист. Потом смешинки. Ну, это тоже безумно актуальная тема всегда и везде.
А вот духовность, она, работа над собой, она только набирает некий такой, некую славу, известность, да, можно так сказать. Вот, и я думаю, что способов существует масса, миллионы, миллиарды работы над собой и способы для улучшения качества своей жизни. Поэтому все у меня получится. Я никому ничего не продаю, никого ни к чему не принуждаю, поэтому все мое, оно ко мне придет. И более того, я знаю, что все это работает, поэтому я абсолютно спокойна и уверена. А вот концентрация, ну, наверное, чтобы очень важный момент. Я знаю, что моя речь уже изменилась по сравнению с моим самым первым видео год назад, но еще более качественной, да, чтобы стала моя речь интересной. То есть я сразу начинаю понимать, что мне не хватает, да? У вас ход ваших мыслей может тоже меняться. И могут появиться какие-то идеи, что пойти и сделать, чтобы получить желаемое. И знаете, я хочу. Спираль — это всегда сила, спираль — это всегда некое ускорение. Она как воронка. Вот если на нее посмотреть, она как воронка вас затягивает, закручивает. И это, по сути, прямая работа с подсознанием. То есть вы сразу идете и доставляете всю информацию, весь смысл, который хотите, до своего подсознания. И я здесь на завитках. Я спираль собирала снаружи, закручивала ее внутрь. И я здесь очень хочу добавить энергии. Но этот треугольник я не то что назову энергией, я его прям назову, а это мои подписчики. Я желаю 100 тысяч подписчиков, вы все это знаете. Поэтому, пожалуйста, ставьте лайки и пишите комментарии, потому что это поможет другим людям находить мои видео. Вот. Сразу просьба такая была, да? То, в принципе, о чем я вам постоянно говорю, просите, и вам все дадут. Вот такой вот у меня строгий треугольник пронзает мою спираль. Конечно, композиция есть на листе, и главное, чтобы работа вам нравилась. Видите, в самую серединку, в самый центр. И вот если так посмотреть, а к чему меня все это приведет? Ну вот 100 тысяч подписчиков, ну что оно мне даст? Я вам сразу скажу, что оно мне даст. Оно мне даст, оно потешит мое эго где-то, да? И оно, конечно же, мне... Я знаю, что я буду ощущать, когда я буду держать эту свою кнопку, и кнопка моя серебряная YouTube. Вот она. Но помимо кнопки, и посмотрите, моя кнопка, она вышла за пределы YouTube. То есть YouTube стал смыслом моей спирали, да, и количество подписчиков на моем канале. Кто-то может доходы рисовать, пожалуйста. По миру ходит огромное количество ваших потенциальных покупателей, ваших потенциальных гостей, если вы салон, клиентов, если вы какой-то магазин. Вот. И вот здесь вот тоже вы видите какой-то... То есть не только, я так понимаю, подписчиков, ну да, разумеется, это, конечно же, финансовая... Причем хотела вот так кружок нарисовать, но
Он у меня больше. Я вам сразу покажу наглядно, как у меня их два получается. Вот он первый. Какой-то ресурс, что-то я получу, если соберу своих 100 тысяч подписчиков, да? Точнее, не если, а когда я их соберу. Потому что я очень их хочу. Я коллекционер своих желаний. Вот, и вот оно мое второе. Что-то не знаю что. И вот здесь очень важно подумать, про что вам это. Подумайте и придайте смысл. Пусть это будет какой-то приятный сюрприз, который я получу. Может быть, для российской аудитории монетизацию вернут. Да, ну, например. Я не знаю. Какой-то сюрприз, в общем, меня ждет. И если хочется добавить линий, знаете, как прием, который я вам тоже рассказывала. А что подумают люди? Да ничего они не подумают. Никому до вас нет дела. Каждый человек сосредоточен только на себе. Каждый человек думает, а что обо мне подумают люди. Но учитывая, что у нас здесь осознанная аудитория, да, и я вам могу сказать сразу и следующее. За вас порадуются, если вы поделитесь. Поделитесь своими успехами, поделитесь своими достижениями. Я собрала всю свою энергию, собрала все возможности, которые витают по кругу. Собрала всех людей и мысленно попросила их прийти на мой канал и посмотреть мои замечательные видео. Теперь я беру карандаш. Вот, очень хочу, пропустила. Очень хочу доработать и провести здесь. Вот видите, уже полукруг он есть. А это сразу пришло. Это ваши благодарности, которые я получаю. Вы по ссылке переходите, на карту переводите. Спасибо всем вам огромное. Благодарность, великий множитель. Ваша благодарность вам вернется в приумноженном размере. Вот, но тоже вот оно есть. Да, я говорю то, что я вижу, как я разговариваю сама с собой. Как мне хочется здесь со своей спиралью поработать? Ну, вообще, мне очень хочется начать не со спирали, а с треугольника. Наблюдайте, как меняются ваши ощущения, когда вы переходите к цвету. Я взяла маленький лист. Мне нравится рисовать. Это половинка А4. Мне даже, если честно, работы на половинках А4 больше нравятся, чем на больших листах. Хочется пить, в горле пересохло, и энергия зашкаливает. Хочется пойти, что-то делать, куда-то бежать. Хотя я в довольно-таки расслабленном состоянии. Но я не вижу смысла куда-то бежать. Сами все придут, сами все дадут, и все само собой сложится и получится. Посмотрите, как наверх пошло. То есть мы с вами собирали снаружи, в центр, по часовой стрелке спираль.
И вот, вот этот вот участок, здесь кто-то может сказать, я вам часто говорила о том, что на работе всегда вот это вот как бы настоящее, будущее, да, можно даже так сказать, вот она моя энергия, и сейчас пронзает мою спиральку, в центр уходит, это вот то, что мне приходит. Подумайте, о чем вам это говорит, какой вы следующий участок начали закрашивать. И вот оно, этот участок спирали закрашивает. В нескольком моем будущем, можно так сказать. Подумайте, про что вам это все очень-очень интересно. Еще цвет, который мне хочется. Возможности. Ресурсы мои. Про что они мне? Я не помню, про что мне пришел вот этот групп. Монетизация. Вернули, чтобы для русской аудитории. Я не уверена, насколько это реально, но... А вдруг? Ну, может быть. Может, я чего-то... Может быть, что-то не догадываюсь, не представляю, но пришло именно это. И именно этим цветом мне захотелось провести мою спираль, закрасить ее, да. Когда мы объединяем в своей голове, ну, то есть, когда мы объединяем на листе, на нашей работе, большое количество участков разных одним цветом, мы своему мозгу показываем о том, что мы видим нечто большее, и о том, что мы можем мыслить шире и видеть картину в целом, что, в принципе, очень, мне кажется, перекликается сейчас с темой. Я вижу возможности вокруг и использую их. Где-то могут быть пошире мазки. Мазки карандаша, ну, штриховка, я не знаю, можно так назвать. Я уже вся в своих гениальных каких-то идеях, какое видео снять, что сделать. И я действительно знаю и очень благодарна за все отзывы, за все отклики, потому что я знаю, что то, чем я с вами делюсь, во-первых, я все это попробовала и проверила на себе. И я знаю, что оно работает. А зелененький очень хочу взять. Даже не зелененький, а цвет Тиффани. Вот они, денежки сразу здесь. Деньги – это энергия. Я все время вам об этом говорю. Деньги – это энергия, а потом уже это бумажные купюры. Энергия не любит застой, именно поэтому я их, мне кажется, именно поэтому деньги у меня разместились, соответственно, на треугольнике, потому что треугольник – это у нас энергия. Нравится мне зеленый цвет. Ну, во-первых, зеленый цвет спокойствия, а во-вторых, это правда для меня цвет денег. И он такой с природой, можно сказать, как-то гармонично сказывается. Сейчас осень пришла, а у меня в душе всегда лето, да, то есть о чем вы вот думаете? Ловите свои мысли. Можно спираль большую изображать, это будет классно, это будет здорово. Но я хочу не спираль большую, я хочу
лучше и эффективнее, да? И вот она у меня начинает собираться. Уже ближе к центру, сгусток такой энергии появляется. Некое око, можно так сказать, у многих спирали ассоциируются с оком, с всевидящим глазом каким-то. Ну, вообще, очень много народов использовали спирали как некий сакральный смысл, вкладывали его точно так же, как пирамиды, да, то есть все это работа с энергией, и это очень круто. Там, где есть энергия, там есть жизнь, там есть я. Посмотрите, куда цвет идет. Посмотрите внимательно, какой получается у вас работа. Что вам в ней нравится? Цвета могут накладываться друг на друга. То, что я делаю сейчас, лично мне безумно нравится. Видите, а как бы я это сказала? Огромное количество энергии вокруг нас, огромное количество возможностей. И вот я их начала когда собирать, они вот здесь вот у меня и проявились. В центре. Что-то хочется добавить, как будто теплоты какой-то не хватает. Вот именно тепла. Я даже не знаю, какой цвет взять, чтобы добавить некое тепло такое. Даже не тепло, а светлоты, доброты. Давайте попробуем оранжевенький. Ой, у нас же тут еще один ресурс есть. Ну, судя по цвету, он для меня не особо принципиален. Что я не могу сказать о своей кнопке, которую я очень-очень хочу. Захотела взять фиолетовый, прям яркий, насыщенный. Но не до конца закрасить, а вот. Половиночку. Я думаю, что вот такая работа у меня сегодня получилась. Теперь я хочу добавить еще больше сил в своей работе, еще больше энергии. А, конечно же, это линии силы, линии поля. Меня переполняет энергия сейчас, в данный момент. Когда я садилась работать, я была такая более расслабленная. И можно выдохнуть и провести линию. Она может идти по уже существующим или быть заново созданной. А знаете, я хочу назвать эту линию. Пусть это будет линия легкости в моей
в исполнении моего желания, можно так сказать. Слушайте себя. Вы не можете, вам не может навредить ни одна работа, ни одна техника, которую я даю. Вы можете навредить себе только сами своими мыслями. И вот тот смысл, который вы вложите, вот эта вот линия легкости в исполнении моего желания. И вторую линию я хочу провести. Кроме легкости, я назову ее линия денег, линия легких денег. Не ожидала, что скажу легких. Но видите, как оно происходит. Что касается фигуры фиксации. Фигура фиксации может быть как линия поля, как сама спираль, точно так же и любой ресурс, любая фигура, изображенная на вашем рисунке. Я хочу фигурой фиксации сделать свою спираль. И вести я ее продолжаю точно так же, как и изначально закручивала. Я ее собираю из снаружи в центр по часовой стрелке. Вот такая вот работа у меня получилась. Благодарю вас всех за просмотр. Я желаю вам классного дня. Станьте волшебниками в моей жизни. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Ну а кто желает поблагодарить меня за классный контент или угостить чашечкой кофе, все реквизиты есть в описании. Обнимаю вас.